Здравствуйте. С вами программа «Часовые истории» и я, Артем Ольхин. И сегодня мы поговорим с вами о книге исключительно интересного русского историка, имя которого практически было неизвестно в Советском Союзе по целому ряду причин, скоро мы с вами поймем почему, которого звали Николай Иванович Ульянов. Просьба не путать с другим Ульяновым, который взял себе псевдоним Ленин революционный. Никакого отношения к фигуре Владимира Ильича Николай Иванович не имеет. Итак, сначала немножко о самом историке. Николай Иванович родился в городе Санкт-Петербург в 1905 году. И получается, что его молодые юношеские годы попали на вот это вот революционное бурление, становление нового советского государства и так далее. Но тем не менее Ульянов стал одним из учеников историка Платонова, который написал так называемый единый учебник истории российского государства, который был рекомендован для всех школ Российской империи. И, разумеется, на Платонова со временем начались определенные гонения, травля, и в 30-е годы эти процессы сильно усугубились. В связи с этим неприятности с законом были и у Ульянова. Его судили как троцкиста, сажали, отпускали. Но при этом, вот что примечательно, что оказался он за границей не по причине своих идеологических воззрений, а по причине того, что в 1943 году он вместе с супругой был взят, угнан на принудительные работы в Германию. И после этого уже, я так полагаю, что все-таки из идеологических соображений не стал возвращаться в СССР. Но при этом он не стал и предателем Родины, он не стал примыкать никаким эмигрантским организациям, которые боролись против Советского Союза, его неоднократно пытались привлекать к этой работе. Например, вот Мельгунов, который писал книгу о Красном терроре в Крыму, он пытался его включить в свою организацию, потом американцы его приглашали в так называемый союз по борьбе с большевизмом, но тем не менее он не захотел этого всего делать. И поэтому долгое время вынужден был заниматься не академической работой, не преподавательской работой, а работал, там, меняя профессии, разные рабочие, там, вплоть до грузчика. И потом, позже уже, гораздо позже, при помощи Вернадского ему удалось все-таки вернуться на преподавательскую деятельность. И последние годы своей жизни, последние 17 лет перед выходом на пенсию, он проработал в Ельском университете. И потом в возрасте 80 лет скончался и был похоронен в США. То есть биография такая вот, ну скажем, с одной стороны, вроде бы как обычная эмигрантская биография, но вот как раз учитывая, что человек сумел написать, создать вот такую вот книгу, которая последовательно разгромила все основы украинского национализма, и вот, допустим, в Советском Союзе тогда сделать это было невозможно. В первую очередь, почему? Потому что очень значительное внимание в книге Ульянова, которая называется «Происхождение украинского сепаратизма», она во многом посвящена именно мифу казачества и о том, почему именно миф казачества стал центральным, основополагающим в украинском сепаратизме. И казачество — это автоматически, вы сами это должны понимать, это Богдан Хмельницкий. А в советской историографии Богдана Хмельницкого трактовали как человека, который воссоединил Украину и Россию. Уже неоднократно звучало в наших программах, что на самом деле некорректная эта формулировка в принципе, по той простой причине, что не было тогда Украины, а была Гетьманщина, не было еще России в нынешнем известном ее виде, а было царство Московское, это во-первых. Ну а во-вторых, собственно, давайте обратимся к книге самого Ульянова, и вы все поймете. Очень интересно и для некоторых, может быть, даже будет неприятно и шокирующе, но знать эти вещи нужно, потому что вот когда они замалчиваются, утаиваются, то мы как раз сталкиваемся с тем, что возникшие мифологемы во время Российской империи они вызрели, во время Советского Союза укрепились, а теперь мы имеем серьезную системную проблему, которая нами, жителями Донбасса, ощущается более чем явно, более чем как бы близко к себе, потому что война так или иначе в той или иной степени касается каждого. Итак, что же пишет Ульянов в своей книге «Происхождение украинского сепаратизма»? Для начала он, конечно же, проводит, ну, как бы общие, скажем так, общие мысли озвучивает по поводу того, откуда это все в принципе вообще взялось, что такое украинский сепаратизм, как он появился и так далее. И вот он говорит: особенность украинского самостийничества заключается в том, обратите внимание, это ведь написано
сразу после войны. То есть получается, что еще не было проблем современных, там, связанных с 90-м, с появлением именно незалежной Украины. Тем более не было проблемы, связанной с Майданом. То есть до всего этого Ульянов попросту не дожил. Но получается, что книга его, она все эти проблемы предсказала, и, собственно, опираясь на те описания, которые предлагает Ульянов, можно находить ключи, как бороться с этими проблемами, которые до сих пор не решены внутри государства Химеры, которое называется Украина. Итак, Ульянов пишет: «Особенность украинского самостийничества в том, что оно ни под какое из существующих учений о национальных движениях не подходит и никакими железными законами не объяснимо. Даже национального угнетения, как первого и самого необходимого оправдания для своего возникновения, у него нет. Сами это украинцы говорят, что есть, но по большому счету украинский малороссийский этнос не подвергался никаким системным гонениям внутри Российской империи. Единственный образец угнетения, указы 1863 и 1876 года, ограничивавшие свободу печати на новом, искусственно создававшемся литературном языке, не воспринимались населением как национальное преследование. Не только простой народ, не имевший касательства к созданию этого языка, но и 99% просвещенного малороссийского общества состояло из противников его легализации, и только ничтожная кучка интеллигентов, не выражавшая никогда отчаяний большинства народа, сделала его своим политическим знаменем. За все 300 лет пребывания в составе российского государства Малороссия, Украина не была ни колонией, ни порабощенной народностью». Вот это вот основной лейтмотив его книги, и дальше он рассматривает, какие главные мифологемы у украинского национализма. И здесь мы находим впервые то, что сейчас из уст украинских националистов действующих звучит постоянно. В частности, что якобы там поляки, например, это славяне, украинцы это славяне, и белорусы тоже вообще это славяне, а русские не славяне. И поэтому это даже вообще не один этнос, никак не связанный ни кровью, ничем, ничего. И поэтому, дескать, вот, мол, нужно отсоединяться, прочь вид Москвы, даешь Европу, как один из лозунгов гласит. Вот он пишет: в заглавии настоящей работы не случайно употреблено слово «сепаратизм» вместо национализма. Именно национальной базы не хватало украинскому самостийничеству во все времена. Оно всегда выглядело движением ненародным, вненациональным, вследствие чего страдало комплексом неполноценности и до сих пор не может выйти из стадии самоутверждения. Вот уже больше 50 лет прошло после того, как книжка появилась, а проблема налицо. И комплексы, и попытки самоутверждения, и все остальное. Дальше он пишет: если для грузин, армян, узбеков этой проблемы не существует по причине ярко выраженного их национального облика, то для украинских самостийников главной заботой остается доказать отличие украинца от русского. Сепаратистская мысль до сих пор работает над созданием антропологических, этнографических и лингвистических теорий, долженствующих лишить русских и украинцев какой бы то ни было степени родства между собой. Сначала их объявили двумя русскими народностями, это костомаров, потом двумя разными славянскими народами, а позже возникли теории, по которым славянское происхождение оставлено только за украинцами. Русские же отнесены к монголам, туркам, азиатам, угрофинам. Вот интересная такая мысль, и она, в общем-то, полностью работает. И даже, что интересно, даже выработка этих теорий продолжается. Давайте вспомним вот этого одиозного и диетического историка Бебика, который получил докторскую степень при Ющенко, и который вырабатывал все эти теории, и даже глубже. Там уже доходило до уровня полного абсурда, абсолютного. Но, тем не менее, абсурд работал. Теперь о роли поляков, собственно говоря, в создании украинского национализма и украинского, как называет это сам Ульянов, самостийничества. С давних пор историки, и среди них такой авторитет, как профессор Лапо, обратили внимание на поляков, приписывая им главную роль в создании автономистского движения. Поляки в самом деле по праву могут считаться отцами украинской доктрины. Она заложена ими еще в эпоху гетманщины. Но и в новые времена их творчество очень велико. Так, само употребление слов «Украина» и «украинцы» впервые в литературе стало насаждаться ими. Оно впервые встречается в сочинениях графа Яна Потоцкого. Другой поляк, граф Фадей Чацкий, тогда же вступает на путь расового толкования термина «украинец»,
Если старинные польские аналисты вроде Самуила Гронского выводили этот термин из географического положения Малой Руси, расположенного на краю польских владений, то есть Украина у края, уже много раз мы об этом говорили, то Чацкий производил его от какой-то никому кроме него неизвестной орды укров, вышедшей якобы из-за Волги в VII веке. Вот мы здесь и встречаемся, собственно, в первый раз с тем, что вот сегодня вместе с нами имеет, ну, жизнь, рядом с нами имеет, ведет постоянную полноценную жизнь, собственно говоря. Ну и дальше он говорит, что внедрение Украины поляки проводили постоянно, потому что полякам на откуп была отдана гуманитарная сфера, когда Екатерина II Польшу, часть Польши, во время разделов инкорпорировала в состав русского единого государства. Полякам была отдана гуманитарная сфера в Малороссии, в том числе и Харьковский университет, который, в свою очередь, потом стал колыбелью украинского сепаратизма уже, собственно, местного разлива, потому что туда приходили учиться наши историки, в частности, там, тот же Костомаров, там, ГУЛАГ Артемовский, многие-многие другие. И вот, вот эти все люди, они, собственно, понесли эту идею дальше. Но основателями ее, законодателями ее являются поляки. И вот какой вывод делает, собственно, по поводу польского вопроса Ульянов. Польская заинтересованность в украинском сепаратизме лучше всего изложена историком Валерианом Калинкой, понявшим бессмысленность мечтаний о возвращении юга России под польское владычество. Напоминаю вам, что существует такая теория Великой Польши от моря до моря, то есть вот в Речи Посполитой в наилучшем ее размахе территориальном, когда практически все территории Новороссии даже контролировали поляки. Но это время уже безвозвратно ушло, а тем не менее им бы этого хотелось. И вот поскольку невозможно вернуть, то Калинка предлагает, край этот потерян для Польши, но надо сделать так, чтобы он был потерян и для России. Для него нет, для этого нет лучшего средства, чем поселение розни между Южной и Северной Русью и пропаганда идеи их национальной обособленности. В этом же духе составлена программа Людвига Мирославского накануне польского восстания 1863 года. Если помните, у них был лозунг «За нашу и вашу свободу», то есть польскую и украинскую, якобы от России. То есть там действительно все это было так глубоко, хорошенько продумано. Вся агитация малороссиянизма «Пусть перенесется за Днепр» — это вот цитата из этого манифеста Мирославского. «Там обширное пугачевское поле для нашей запоздавшей числом хмельнищины. В чем состоит вся наша панцловистская и коммунистическая школа, весь наш польский герцинизм». Вот очень интересно, это еще Корнилов потом эти строки приводил. Далее то же самое многие другие польские националисты озвучивали, и, собственно, во что превратилось это все? Давайте вспомним, что изначально у малороссов и у казачества, а Ульянов считает, что это совершенно разные две ветви, по той простой причине, что казачество это такое определенное военно-служилое сословие, которое не обязательно, ну то есть не имеет четкой этнической какой-то картины. Так вот, он говорит, что в своей ненависти против, то есть та ненависть, которую продуцировали поляки против России, в этой ненависти те части украинского общества, которые солидаризировались с Польшей, они, собственно говоря, даже забыли о своей ненависти к полякам, хотя уж к ней поводов было гораздо больше, куда больше, потому что ведь достаточно долгое время под гнетом Речи Посполитой находился украинский народ. Ну и тем не менее, вот такая интересная вещь. Ну и дальше начинается, собственно, самое главное, с моей точки зрения, что есть вот в этой вот книге, это объяснение того, что казачество само по себе является достаточно таким негосударственным образованием, что казачество это, по большому счету, объединение вооруженных людей, которые хотят вот каких-то своих там вольностей, хотят каких-то своих преференций, для этого они готовы и ограбить кого угодно, и служить кому угодно. Это, кстати, такие черты замечались за любым казачеством, даже и за донским, там, за любым, но при этом постепенно развиваясь, там другие ветви казачества, они примкнули, стали именно служить, там, допустим, Российской империи. Но украинское казачество, запорожское казачество никогда не начинало этого делать и изначально, по сути своей, являлось сепаратистским. И поскольку сами украинские националистические историки выводят историю Украины из казаческих времен, то и дух вот этот казаческий, вот этот такой анархизма, бесшабашности, вот этой вот всей вот
в ненависти к России, желание решить свои проблемы, больше ничьи проблемы не решать, то, что мы сейчас видим, кстати, в Украине, полный рост, это все вот оно растет оттуда. И в первую очередь, на что обращает внимание Ульянов, что не стоило Хмельницкого возводить в ранг человека, воссоединившего якобы Россию и Украину, потому что, вот он пишет, «двоедушие Хмельницкого не представляло чего-нибудь исключительного. Вся казачья старшина настроена была таким же образом. Не успела она принести присягу Москве, как многие дали понять, что не желают оставаться верными этой присяге. Во главе нарушивших клятву оказались такие видные люди, как Багун и Серко». Если помните, это герои национально-освободительной войны, так называемой, то есть под предводительством Богдана Хмельницкого. Серко ушел в Запорожье, где стал кошевым атаманом. Багун, уманский полковник и герой Хмельниччины, сложив присягу, начал мутить все побужье. Вот еще вот интересную вещь приводит он. Когда историком Костомаровым найдены были турецкие грамоты Мехмед Султана к Хмельницкому, из которых видно, что гетьман, отдавшись под руку царя Московского, состоял в то же время подданным султана турецкого. Турецкое подданство он принял еще в 1650 году, когда ему прислали из Константинополя штуку золотоглавую, так было в смысле, и кафтан. Чтобы вы с уверенностью возложили на себя этот кафтан в том смысле, что теперь стали нашим верным данником. То есть вот двоедушие, постоянный поиск партнеров, которые могли бы прикрыть и так далее. Кстати, это все до сих пор полностью в сути Украины остается. Многие возмущаются тому, что вот на параде независимости, который был в конце августа недавно, что там якобы вот присутствовало большое количество иностранного контингента, министр обороны США, что якобы на что это похоже, ай-яй-яй, это не независимость. Так это вот как раз и есть украинская независимость. Другой никогда не было, и другой никогда не будет. Она всегда будет вот такой. Вот еще Хмельницкого дополняет портрет, опять же, Ульянов, очень интересно. Сам Хмельницкий к концу войны сделался крайне неприветлив со своими коллегами, царскими воеводами. Духовник его во время молитвы, когда садились за стол, перестал поминать царское имя. Это, кстати, серьезно. Для православной страны это очень серьезно. Тогда как полякам, с которыми воевали, старшина и гетман оказывали знаки приязни. После войны они решились на открытое государственное преступление, нарушив заключенный царем Виленский договор с Польшей и вступив в тайное соглашение с шведским королем и семиградским князем Ракочи о разделе Польши. 12 тысяч казаков было послано на помощь Ракочи. Все три года, что Хмельницкий находился под московской властью, он вел себя как человек, готовый со дня на день сложить присягу и отпасть от России. И вот это вот очень важно, это важно понимать. Потом дальше мы начинаем рассматривать, вот по книге, собственно, Ульянова, начинаем рассматривать, что еще в казачестве служило его, ну, происхождению вот этой вот его сепаратистской, собственно, натуры. И на что обращает внимание Ульянов? Он обращает внимание на то, что слово «Украина», «Украина», «казацкая», оно впервые было обозначено в нескольких картах иностранных. Это было вот на голландской карте обозначено, он пишет, и на карте Корнетти 1657 года. Отсюда на Малороссию начало распространяться это название «Украина», потом оно было подхвачено поляками, как мы уже говорим, и потом оно закрепилось уже в исторических трудах людей, воспитанных польской интеллигенцией, которые себя вот таковыми там позиционировали, как украинские историки. И поэтому Ульянов очень сильно критикует такие образы и такую вообще вот патетику, как приводится, например, в Тарасе Бульбе Гоголем, потому что он говорит, что на самом деле такого никогда не было, это литературный образ, да, он сильный, но поймите, то есть настоящее украинское казачество – это источник сепаратизма. И трудно на самом деле с этим не согласиться. С точки зрения Ульянова, опять же, главным, как бы, ну как это сказать, образом и главной заинтересованной частью в том, чтобы показать, как рыцарство само казачество, были, собственно, польские шляхтичи, которые в большом количестве убегали на Сечь. Почему они были в этом заинтересованы? Потому что шляхта себя и так позиционирует как рыцарство. Во-вторых, если ты не рыцарь, и ушел воевать вместе с бандитами, непонятно что делать, непонятно кого грабить и непонятно кому служить, то это как бы вроде потеря чести. А если создается миф о таком
рыцарском ордене, который защищает там христианский мир от набегов, там мусульман и так далее, и так далее. За скобками остается, что при необходимости можно союзы заключить с кем угодно, и с турками, и с татарами, и против поляков, и против своих ограбить как бы и тех, кого ты якобы защищаешь, и русских, и кого угодно. То есть вот эти вот все вещи, они остаются за скобками, остается этот миф. Этот миф был подхвачен потом украинскими историками, он был развит, он был раздут. Было создано большое количество всяких литературных произведений такого формата. И в итоге миф, собственно говоря, состоялся и выстаивался долгое время внутри Российской империи. И очень жаль, что не было предпринято никаких мер внутри самой Российской империи для того, чтобы подавить это, потому что оно, ну, можно было бы решить огромное количество проблем. И вот когда с казачеством автор разбирается и подходит к концу его, ну, вернее, тут очень много, на самом деле эту книгу нужно читать самому. Ее, более того, можно и в интернете найти, ее можно найти в бумаге, скачать, она, вернее, купить. Она в огромном количестве издательств выходила, начиная с середины 90-х годов. Много разных, вот эта вот обложка, например, она не единственная. Бывают и академические обложки, такая там строго коричневая, там строго красная, неважно. Дело не в этом. Дело в том, что при желании книжку можно совершенно найти и купить. И вот все то, что пишет о казачестве Ульянов, это полностью не спровергает, на самом деле, миф украинства. То есть бьет ему крепко и уверенно под дых. И, собственно, мифу о героическом казачестве тоже. И поскольку это взаимосвязанные вещи, то на самом деле почему бы и нет. И вот он обращает особенное внимание еще на роль Кирилла Мефодиевского братства, что тоже очень и очень немаловажно. И Кирилло-Мефодиевское братство, оно, кстати, является провозвестником, глашатаем еще одной легенды о казачестве. А эта легенда о казачестве, легенда так называемая демократическая. Вот что он говорит. Что касается легенды демократической, она плод усилий русско-украинских поэтов, публицистов, историков XIX века, таких как Рылеев, Герцен, Чернышевский, Шевченко, Костомаров, Антонович, Драгоманов, Мордовцев. Русские фамилии, которые мы здесь слышим, это люди, которые выступали против России, нередко уезжали на Запад. Украинские фамилии, тоже все понятно, это Кирилло-Мефодиевское братство, которое мечтало разрушить Российскую империю, заменив ее какой-то иллюзорной конфедерацией славянских народов, которая, конечно же, не состоялась бы. Но у них не было, в принципе, и сил разрушить Российскую империю, но как бы мечты налицо, ведь правда? Воспитанные на западноевропейских демократических идеалах, они хотели видеть в казачестве простой народ, ушедший на низ от панской неволи, унесший туда свои вековечные начала и традиции, и не случайно такой взгляд определился в эпоху народничества и наиболее яркое выражение получил в статье о казачестве. Это вышла статья в журнале «Современник» в 1860 году, в 19 веке, где автор ее, Костомаров, восставал против распространенного взгляда на казаков как разбойников и объяснял казачье явление последствиям идей чисто демократических. Далее. Когда Костомаров вместе с Белозерским, Гулаком, Артемовским, Шевченко основал в Киеве в 1847 году Кирилло-Мефодиевское братство, он написал книгу «Бытия украинского народа», что-то вроде политической платформы, где казацкое устройство противопоставлялось аристократическому строю Польши и самодержавному укладу Москвы. Вот цитата из нее очень любопытная, которая может быть вообще может восприниматься нами как лейтмотив всего украинского и современного государства. «Не любила Украина ни царя, ни пана, скомпонувала соби казацтво, есть то истие братство, куды южный пристающий був братом других, чевин». Обратите внимание, язык еще даже не устоялся, совершенно не имеет никакого отношения ни к современному литературному украинскому языку, ни, к ни тем более к тому варианту украинского языка, который используется вот... Чем западнее, тем больше, ну, то есть начиная от Киева и в сторону Галиции, вот этот вот уже максимально вестернизированный язык этот, был братом других, чевин преж того панам, чиневольникам, абы христианин, и были казаки меж собою все рівні, и старшины выбирались на раде, и повинні були слугувати по слову Христовому, и жадной помпе панской, и титула не було між казаками. То есть полная демократия. Скажи, что там устоявшийся миф «в Христа веруешь, перекрестись, заходи». На самом деле на Сечи были и иудеи, и католики, и православные, и мусульмане. И это был
последний фактор, который кого-либо вообще в принципе волновал. То есть давайте об этом говорить прямо. Это у этого сословия там немножко другие были, собственно, уклады. То же самое вот Драгоманов продвигал идею, что казачество было вообще чуть ли не протокоммуной. Такое тоже, то есть получается, идеи социальной справедливости, идеи демократии, смешанные в одном увлекательном, привлекательном флаконе, модном очень, кстати, в середине 19 века. И вот, по словам Драгоманова, все это вот казачество. И вот все вот эти вещи, они, наслоившись друг на друга, когда легли в основу мифа о независимой Украине, то, конечно же, они сыграли ту роль, которую должны были сыграть. По мнению Ульянова, потом произошло не что иное, как захват Малороссии казаками. То есть он считал, что поскольку... Ну, он обращает внимание на то, что если бы не странное поведение Хмельницкого, если бы не руина, то Россия, в принципе, почти не стремилась бы контролировать вот эти вот новоосвоенные территории. То есть там гораздо меньше был бы контроль, но он и так был на самом деле не очень высок. И практически все права были отданы на откуп казачьей старшине. А поскольку казачья, то есть она смогла распространить свою сферу влияния на все эти земли, которые благодаря России, царству московскому сначала, были освобождены. И вот это вот легло в основу, а что интересовало, собственно, казаков? Он написывает, Ульянов, достаточно много замечаний о самих же гетманов, которые правили в разное время на территории Гетьманщины и будущей так называемой Украины. И в этих замечаниях гетманы постоянно говорят одно и то же, что казакам своим мы не доверяем, не дай бог отвернуться, все растащат и жену уведут там в полоны, еще непонятно, что будет. Потом они же говорят, что и нам бы, в принципе, то есть, допустим, о чем просил Хмельницкий, когда вот сейчас украинские историки представляют все это как закабаление Украины Россией, потому что вот у Украины бедной не было другого выхода, а Россия, вот, воспользовавшись этой ситуацией, взяла Украину чуть ли не в плен. А на самом деле во всех обращениях, которые остались от Богдана Хмельницкого, там четко прослеживается одна просьба – позвольте мне собирать налоги. Все, больше ничего не волнует. Никакие там... права, защита православной веры, там весь этот остальной патриотический пафос, он пану Хмельницкому был чужд. А вот налоги – это дело. Налоги – это то, что можно потрогать. После этого второе появление, ну, вернее, появление второй волны интеллигентов, описывая здесь таких вот проукраински настроенных, описывая в своей книге Ульянов, говорит, что катехизисом вот этого всего стало появление книжки, которая называлась «История русов». И причем история русов, она была настолько фривольно написана и до такой степени неисторична, что автор даже не захотел под ней подписываться. То есть она ходила по рукам, и все пытались угадать, а кто же ее написал, кто же этот смельчак. Кто-то говорил, что это вообще бред какой-то, и он антиисторичен. Кто-то вот пытался в другом ключе этого трактовать историю русов, но так или иначе, она тоже легла следующим камнем в основании вот этого исторического мифа об украинстве. И потом уже дальше Ульянов раскрывает нам подробности развития таких вещей, о которых, в принципе, уже писали многие, в отличие от этих мифов о казачестве, которые он раскрывает. Это, мне кажется, самое уникальное зерно книги, которое трудно где-либо еще встретить. Ну, потом он описывает, разумеется, Галицию, как так называемый украинский Пьемонт, деятельность пана Грушевского, деятельность Костомарова, Драгоманова, всех этих историков, которые по польскому австро-венгерскому заказу действуя, создавали эту мифологему и потом, собственно, начали ее воплощать в 1917 году, пользуясь слабостью России уже в виде независимого государства. Какой хотелось бы сделать вывод? Книг такого рода, их на самом деле очень немного. Такой книги, как Ульянова, наверное, больше в принципе вообще нет. Поэтому, если вы хотите лучше разобраться в том, что такое феномен украинства, то, разумеется, с ней нужно как минимум ознакомиться, даже если вы и захотите не согласиться с ней. Хотя, вот, честно говоря, я относился достаточно скептически лично к теориям, изложенным Ульяновым, но почитав и ознакомившись с источниковой базой и со ссылочной базой, я вынужден признать, да, автор прав. Увы, автор прав. И поэтому, увы, мы имеем перед собой вот эту огромную проблему вот этой вот химерной шизофренической Украины, которая непонятно, что хочет сделать сама с собой, но зато понятно, что хочет сделать со всеми, кого считает своими врагами. То есть с нами, с Донбассом и с Россией, и с так называемыми москалями. На этой веселой ноте хотелось бы закончить нашу сегодняшнюю передачу.
И пожелать вам как можно больше работать с вот такими вот источниками, для того, чтобы понимать, с чем мы действительно имеем дело. Ну, а мы в рамках часовых историй постараемся познакомить вас со всеми этими книгами постепенно, понемножечку. Уже до этого мы рассматривали книгу Волконского. Теперь вот книга Ульянова попала в наше внимание, и будут еще такого рода передачи. Поэтому на этом я прощаюсь с вами. Всего хорошего. С вами были «Часовые истории» и я, Артем Ольхин. До новых встреч.